В этом году у Анны осуществилась мечта детства. Вместе со своими подружками она приняла участие в телешоу «100 к 1». 2 года назад подала заявку, в январе этого года получила ответ. Мы на самом деле немножечко переживали, конечно, ехали. Но с нами пообщались редакторы до передачи и главный режиссер. Они сказали, что это юмористическая передача. Давайте будем на лайте работать. Это совсем не сложно, совсем не страшно. Мы выдохнули и играли. На самом деле получили вообще истинное наслаждение. Съемки прошли в январе. Барнаульские красавицы сыграли против команды офтальмологов из Иркутска. Хотелось бы мне еще отметить самую теплую атмосферу, непосредственно, которая творится в самой студии, так и, наверное, милые шутки самого ведущего Александра Гуревича, которые делают действительно эту игру очень приятной и, наверное, в определенной степени незабываемой, как для самих телезрителей, так и для нас, непосредственных участников, которые принимают участие в этом прекрасном шоу. Выпуск с барнаульской командой зрители увидят уже в середине марта. Есть возможность поболеть за наших девчонок, которые, к слову, уже мечтают вернуться в Москву и испытать те же эмоции еще раз. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.